За счет чего в первом матче такой разгромный счет получился? Играли все-таки на чужой половине поля и давили достаточно соперника, а забивать не выходило. Почему? Потому что мы жопоруки и жопоногие. Ну, мы один раз поворотом, по-моему, в створ попали и забили. Хотя не попали, не забили. Слабые. Во втором матче удалось вырвать победу, и у команды, которая значительно выше в турнирной таблице, чем ваш первый сегодняшний соперник. Почему? Действительно ли, что вы сняли еще одного полевого, потому что Минька — это ваш формат? Не, мы когда играем с Shadows, мы играем всегда под конец сезона, и всегда независимо, последние мы или первые они. Ну, скорее всего, обычно они сверху, мы снизу, но каждый сезон мы с ними в конце играем и приносим им, типа, большие проблемы. Но сейчас мотивации никакой не было, потому что обычно мы им обламываем там выход в премьерку или там кубок третьей лиги, вот, или медали какие-то, а тут никто ничего. Сняли игрока, ну, потому что мы хотели победить последний матч, ну, чему, не выиграли уже, знает сколько. Мы хотели выиграть, но вот так побеждать мы не хотели, ну, последний матч, плюс один бегать, тем более они устали. Ну, типа, такое. Поэтому сняли. А Минька, да, не наш формат. Мы в Миньке у всех отгребали и тут отгребаем. Нет у нас формата. Но, тем не менее, есть какая-то радость от того, что вроде бы как красиво получилось завершить сезон? Ну, да или нет, не знаю. Ну, в принципе, да, мы смирились уже давно. Ну, спасибо всем, хочу сказать, кто приехал. Несмотря на то, что так у нас в команде чуть накаленно стало, как бы. Вроде я считал всегда, что у нас атмосфера хорошая в команде, но, типа, она проверяется всегда, когда вот начинаются проблемы. Начинаются проблемы, ну, у всех команд такое бывает. И там уже смотрят, кто приезжает, кто забивает. Вот мы нашкребли состав, всем большое спасибо. Да, было приятно поиграть, ничего не давило на нас, никто не волновался, кроме Артема Ускова. И нормально, я считаю. Какой вопрос был, такой ответ тебе.